Сантехники точно не хотят, чтобы вы про это знали, потому что всего одна капля, и любой засор в раковине просто встанет и уйдет. С этим вы забудете, что такое забитая раковина. Вы забудете, что такое тратить деньги на дорогие средства от засоров. Всего три копеечных компонента, и эта проблема решится навсегда. Сохранять, чтобы не потерять, сейчас все покажу. Наливаем стакан обыкновенной воды, у меня это фильтрованная. Добавляем обыкновенного уксуса примерно 20-30 миллилитров, вот так вот на глаз. Теперь секретный компонент, который точно есть у каждого дома. Зубная паста, обыкновенная зубная паста. Одной столовой ложки будет достаточно, вот так. Не жалеем, перемешиваем. Как только зубная паста растворилась, берем одну столовую ложку простой пищевой соды. Вот так, по-богатому, не жалеем. И закладываем, перемешиваем. Друзья, смотрите, что происходит. Смотрите, что происходит. Мешаем и сразу же выливаем, пока пена не осела. Теперь, друзья, 5 минут. Оставляем это на 5 минут, чтобы уксус и сода подействовали на засор. И ровно через 5 минут включаем горячую воду. Просто напор на всю. И просто пропускаем воду. Примерно минут на 5, на 7 будет достаточно. Вот так, чтобы паста тоже попала внутрь. Друзья, уксус и сода, они нейтрализуют засор. А зубная паста придает этому всему делу аромат. Благодаря ей из вашей раковины никогда не будет доноситься неприятных запахов. Вот такое простое, друзья, и максимально эффективное средство. Для вас ничего не жалко. Сохраняйте, поделитесь со всеми, до кого только можете дотянуться.